24 марта 2019 года. Воскресенье. Я в Варшаве. И хочу сегодня вам рассказать об одной из небольших улиц этого города, на которой вряд ли бывают туристы. Улица Соколовска. Здесь я жила на этот раз, приехав в Варшаву. И вот такое радостно-весеннее чириканье воробьишки. Улица небольшая, тихая. Здесь расположены жилые дома. И находится она в квартале Воля. Здесь целых два супермаркета. Один польской сети Бедранка, а на другом конце находится известный нам Ашан. Есть и вот такой интересный частный магазинчик, где продается сразу все. И сладкие, и соленые, и острые вкусности. Здесь можно и кофе попить, и свежевыжатый апельсиновый сок. Ну а мы двигаемся дальше по направлению к большому и очень красивому костелу, сделанному из кирпича. Сейчас 3 часа дня, и в костеле звонит колокол. А вот и Ашан. Поляки произносят Аушан. Аптека. Банкомат. Мне кажется, что эта картина знакома многим из нас с вами. Просто люди. Просто обычная жизнь. Магазин, где круглые сутки можно купить алкогольные и безалкогольные напитки, сигареты и всякую другую мелочь. На одном конце улицы строят станцию метро, а на другом находится костёл. Вот такие весенние зарисовки из города Варшавы. Здесь, у костела, мы с вами попрощаемся сегодня.
и встретимся снова для новой прогулки по Варшаве или по какому-то другому городу мира.